Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space 2. В последней серии мы встретились с Элли, со Стросом, и Тайдман сказал, что наш, собственно, сектор, в котором мы находимся, отключен от систем жизнеобеспечения, выключено электричество. Нам нужно восстановить его с помощью солнечных батарей, которые расположены на башне Кассини наверху. Сейчас мы туда и направляемся. В конце предыдущей серии я был маленько в другом месте, но здесь мы поднялись на лифте, собственно, вы ничего не пропустили, просто из-за небольших технических проблем мы потеряли минуты две игры. Так вот, мы находимся тут, я пока что не знаю, но это какие-то технические помещения. Ой, твою мать. Да уйди ты от меня. Так, ладно. В конце предыдущей серии мы переставили сложность, то есть с обычной на тяжелую. Не могу сказать, что это сильно сказалось на игре. По-прежнему наш герой выруливает. Возможно, это из-за того, что в игре сложности не хватает. Возможно, из-за того, что я за время прохождения первой части маленько заматерел. Как бы там ни было, особых пока сложностей не испытываю, но тем не менее стало, конечно, ощутимо потяжелее. Так, ладно, и что дальше? О, ребята, это я зря сделал. Хотя не, нормально. Так, у нас здесь есть магазин. У нас есть верстак вон там, и у нас есть сейф. Сначала мы пойдем в магазин, да? Посмотрим, что у нас тут есть. Так, секундочку, этот отогнал кошку, а то лезет. Так, у нас тут рубиновый полупроводник, вот той полупроводник, это оставляем все, дротики нам не нужны, мин, по-моему, переизбыток 20 штук, даже 22. Вот так в целом, я думаю, будет нормально, и сейчас мы купим себе еще пару аптечек, я думаю. Чтобы получше было. Кто-то говорит, что вот это вот все открыто на законных основаниях, то есть в Steam-версии, когда после прохождения первой части у второй открывается вот это все. Но даже если это так, то это, на мой взгляд, читерство. То есть это серьезный удар по балансу. И открывать это, на мой взгляд, достаточно глупо, достаточно кощунственно по отношению к игре. Так, покупаем вот так. Так, а на оставшиеся деньги покупаем так и вот так, хорошо. И сейчас мы качнем помаленьку дальше свою винтовку. Или X качать. Я даже не знаю. Импульсная винтовка у нас, конечно, уже хорошо прокачана. И сейчас мы ее можем докачать до конца по полной. То есть вот так. Вот так вот, отлично. А теперь мы можем взяться уже за, собственно, X. А тут, конечно, у нас уйдет в молоко, но ничего не поделаешь. Один оставляем. Винтовка у нас теперь оружие убийства. Страшная-страшная вещь. Так, и сохраняемся. Пока что все достаточно хорошо идет. На удивление прям. То есть все вот эти сложности, которых я ожидал, не так, чтобы они прям оправдываются. К лифту солнечного кластера. Ладно. Так, нехорошее место. Пока что вроде спокойно, да? Хорошо. Элли, I ran into a snag.
It looks like the docking pod that runs to the solar array is floating at the bottom of the shaft. That figures. Ah, don't worry. I can fix this. I'm heading outside to have a look. Так, ну мне, судя по всему, сюда. Ну да. Другого-то выбора у нас нет особо. Отсек обслуживания лифта. Внимание, зона невесомости. Хорошо. Так, сейчас будем разбираться. Что у нас тут не так? Офигенно. И куда он летит? До упора? Ну, в космосе инерции-то нет, да? То есть инерция есть, наоборот. Сопротивления воздуха нет, поэтому с чего ему? Блин, ну нет, это же просто невесомость. Воздух тут есть. Так, что мне тут делать нужно? Мне нужно вот эту вот лифтовую вышку поднять. Видимо. Вот к этим вратам. Какой вид, да? Офигеть. Так, до свидания. Не знаю, зачем я это делаю, просто хочется. Подожди, что это такое? Лезвие трубореза. Ну, давайте возьмем, пригодится. Так, все нормально? Can you hear this shit? He's hallucinating, Ellie. It's part of the sickness. This is going to be trouble. It already is. Just keep moving. Так, еще силовой узел, отлично. Но починили это, конечно, я бы не сказал уж прям, что мы починили что-то. Но работает и ладно, как говорится. Так, вон там у нас что-то есть, по-моему, да? Нет. Ага. И вот туда мы направляемся, судя по всему. Так, ладно, выходим. И пора двигать дальше. Не сказать, чтобы это было сложно. Скорее, это было элементарно. А я зачем-то использовал аптечку. Зачем? Не понимаю. Нахрена я это сделал? Вот так надо было. Я помню просто это место. Давай. Эу. Милости прошу к нашему шалашу. Так, там еще, по-моему, кто-то есть, нет? Давайте-ка мы вторую тоже применим. Нет, больше вроде никого нет. Как его порвало, а? Даже не вступали с ним в контакт-то. Так, сейчас, я так понимаю, будет достаточно веселая поездочка. Давайте-ка мы сохранимся, потому что игра что-то сегодня сбоит. А сохранение у нас достаточно близко, вот тут вот. Ой, тихо. Не нужно этого. И, кстати говоря, да.
Так, X. Воздух. Воздух, конечно, не так нужен, но мне хочется просто полностью прокачать свой X. Тем более, что до конца игры у нас еще достаточно много будет, я думаю, этих силовых узлов. Если, конечно, внимательно смотреть и все собирать. Так, ну ладно, поездки готовы. Патронов более чем достаточно, чтобы отбиться от любой угрозы. Сейчас, по-моему, что-то будет. Ой, нехорошее место. Так, пошел. Наверх подъем полнейший. Просто офигеть, да? Ох, это чего же офигенно это все сделано. Не совру, если скажу, что Dead Space это один из лучших sci-fi за последнее время. Именно в плане проработки всего и ощущения вот этого вот очень крутых технологий. Так. Плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте, ребята, вы смогете. Ай, блин. Ладно, все хорошо. О. Готов. Офигенная пушка. А, не так. Да твою мать. Здание. Да вашу ж дивизию, да сколько же вас тут? Так. Отбились. Вроде бы. Не так уж, чтобы очень хорошо, но отбились. Ой, ненавижу эти вентиляционные отверстия. Прямиком с Ишимуры. Так, а это эти прыщики. Так, ну ладно, значит, ты до сюда добралось. Кто-нибудь мне объяснит, как оно до сюда добралось, если здесь вообще никакого, то есть, сообщения нет. Хотя могли тупо в космосе прилететь, да? Как мы видели, есть и летающий, как мы помним, по экстракшену. Схема чего мы подобрали? Ладно, разберемся в магазине, как будем. Так, хорошо. Ой-ой-ой. Нет, показалось. Расслабь булки. Готов. Еще есть? Есть. Когда ж вы пакость успокойтесь все. Так, ладно. Ладно. Пока что выживаем как-то.
Несмотря ни на что. Вопреки всему. Давайте же посмотрим, что нас ждет за этой дверью. Тише. Говард Филлипс, говоришь? Давайте посмотрим, поищем его. О, Говард Филлипс. Говард Филлипс, похоже, испытывал определенные проблемы с паразитами и был помешан на птицах, похоже. Фотоэнциклопедия птичек. Силовой узел, хорошо. Победители соревнований голубей. Слушайте, а птички — хорошее средство от одиночества. Так, силовой пистолет мне не очень нравится, честно говоря. Скажу честно. Так, так. На оставшиеся деньги мы покупаем. Так. Вот так. Ладно, пойдет, я думаю. А, блин, тут еще было. Ну ладно, пригодится все равно. Ты посмотри, а. Ну да, сейчас просто все бросил. Так, ну... Так, сюда мы, по-моему, я помним, как проходим. По-моему, помню. Так, программа «Наблюдатель за птицами 2.05». С кем-то в шахматы играл. Или один тут напивался. А вот и... Вот и Говард, похоже, да? Говард, это ты? С Говардом незадача приключилась. Личный журнал Говард Филлипс, вон он какой. Запись номер 302. Я хочу вернуться домой. Анти утверждает, что не получала ответ на мой запрос о переводе, но он был уже пятый по счету. А как такое может быть, 5 запросов и ни одного ответа? Их кто-нибудь вообще получил? Прочитал? Неприятно признавать, но здесь я чувствую себя как никогда одиноким. И это начинает влиять на мой разум. Единственная хорошая новость заключается в том, что мою просьбу о доставке все же решили удовлетворить. И они прибудут уже сегодня вечером, как заверяет Анти. Но я уже не верю всему, что она мне говорит. Я ждал этого так долго, что теперь не могу избавиться от сомнений, что мне действительно позволит привести сюда своих птичек. Время покажет. Вернее, сегодняшний вечер покажет. Птичек ему, похоже, дали все-таки привести сюда, да? Чувак сходил просто от одиночества. На самом деле это достаточно печально. Все, просто представьте, что вас запрут вот на таком вот... небольшом клочке земли, даже не скажешь. В нескольких комнатах, короче говоря, посреди великого ничто. Все, что от вас требуется, это выполнять свои задачи, монотонные, как правило. Типа следить за оборудованием. И вас отсюда не выпускают, вам дают поесть, как в тюрьме тут. Это страшно, по-моему.
И только вот этот искусственный интеллект, похожий на Кортану из Хейла, который говорит, что все хорошо, не волнуйтесь. Так, но тем не менее. Так, мне нужно его икс принести, похоже. Извини, Говард, но сегодня ты побудешь... Ой, у тебя нога отлетела. Сегодня ты побудешь у нас ключом. Как ему досталось-то? Ну да, поспал он хорошо, как видите. Так, сиди, отдыхай. А жутковато тут, нет? По-моему, да. Так, ну, устный код он явно уже не в состоянии произнести, да? Так, и что же... И что же мне делать? Ну, как-то вот так. Это наш устный код будет. Нравится? Ну хорошо. Вот, отлично. Это кто там? У меня уже паранойя, блин, с этой игрой. И со многими другими подобного жанра. Эти хорроры меня точно до ручки доведут. Допустим. Так. Стекло разбивающееся. Запомним. Так, не сюда. А тут что? Плохо, плохо. О, сколько у вас тут засранцев. Это было не очень удачно. Что ж я прям нарвался на эту защиту, а? Ну ладно, живой. Конечно, пришлось потратить. Так, что мы тут имеем? Так. Так. А, к лифту? Понятно, я бы все равно, значит, на том лифте не поднялся бы, да? Я что-то слышу, нет? Или мне кажется? О!
Ломай! Да твою мать! Блин, ну что ж я... Я нажимал кнопку переключиться на винтовку, но... Ладно, сейчас все будет хорошо. Ладно, это у нас шанс. Сделать все по-нормальному. Скотобаза. Давайте, дорогуши. Так, еще кто остался, нет? О, остался. Не сильно помогло. Так, ну ладно, в этот раз, надо сказать, все получше прошло, да? Так, откуда у нас отсюда появился в прошлый раз? Вот отсюда, похоже. Этот монстр. Да, блин. Давайте ему подарочков оставим. На случай, если он решит... Да что ж такое, блин, а? Что ж ты все так криво встаешь? Вот так вот, пусть приходит. Давай, давай. Сейчас будет ему подарок по полной программе. Полная попа огурцов. Так, по-быстрому. Да, блин, где ты? Раз. Два. Три. Так, ну да, вылазь. О, откуда ты бежишь-то? Не отсюда? Ну ладно. Что-то не очень хорошо тут все идет. Начались определенные сложности. А, ну это же потому, что я сложность сменил, понятно. Да твою ж мать. Тихо, тихо, это... Ага, кто-то полез. Понял. Так, нужно уходить. Постоянно вести не может. Не бывает такого. Ой. Ждем в гости. Поднимайся ко мне. Так, сейчас бежим туда, разворачиваемся. И ждем. Твою... Ладно, тут она не должна пройти. А вот и ты. Хорош. Посмотрите, какое мясо тут. Это же вообще офигеть просто. Ладно. Хотите по-плохому, будет по-плохому. Наше дело малое. Нарежем по самой неболой. Пошел вон. Тихо. Вот сейчас все бросил. И сдался. Откуда вот наивняк такой, а? Тихо, тихо, тихо. Вот этого не надо. Ай, блин, ну что ж ты делаешь? Вот вечно все не слава богу, а. Ну как так вообще? Вот какая вероятность того, что мой ништяк улетит куда-то вот сюда,
Да не хочу я сохраняться. Ну хотя давайте, ладно, раз уж. Мой ништяк улетит сюда, и мою же мину еще и сломает в итоге. Это просто, блин, неописуемое какое-то везение. Силовой узел, отлично. Гуд. Ну да. Что-то не очень сработало, да? Ну, то есть его покорябало, конечно, всего, так что он с первого выстрела сдох. Но могло бы прямо порвать. Как видите, винтовка, вернее, не винтовка, а вот этот вот миномет, он достаточно такое интересное оружие. Позволяет маленько задуматься о тактике боя. А тут нас что ждет? Так. Так. Опять же ставится, по-моему, да? Ну ладно, я думаю, вот этого будет достаточно. А теперь пойдемте смотреть. Один пошел. Так, воздуха не так, чтобы очень много. Нужно поспешать. Одна мина уже сработала, уже хорошо. Уже не зря все выставлял. Так, вроде больше никого тут нет. Так, ну давайте попробуем. Так, это не то. Оно. Вошло. Хорошо. Еще есть желающие? Не знаю, но вот эта винтовка, она меня очень сильно выручает. То, что я ее прокачал, конечно, это мне в плюс. И вот это вот выручает тоже. Нехило так. Показалось, что что-то ползет там. О, а это что такое? Подожди-ка. Это доступ к главному серверу, понятно. Это ты зря. А, я помню. Я помню это место. Здесь у нас пенки есть. Что само по себе уже хорошо. Сейчас мы возьмем пенк. Так, помаленьку обезопасили. Сюда мы не входим. Так, нам нужно. А, понятно, вот как оно работает. Совершенно что-то не помню, но помню, что здесь есть секретка. Так, что же тут от меня требуется? Вот такие вот штуки.
Ладно. И что с ними делать? Unauthorized visitor. Mainframe. Unauthorized access to the computer mainframe is a violation of Titan Station Civic Code. Ой, да замолчи уже. Replace all panels and back away from the control. Сейчас самое время мне про закон напоминать, да? Так, мне сюда, что ли, вставлять их? Или как? Ну, допустим. Эл. Ага, хорошо. Ладно, пошло. Последнее осталось. Элементарно так-то. Какая сложная штуковина, ты посмотри. Так, хорош. Вроде никто не лезет. Хорошо, сейчас его нужно перенаправить в ту сторону. Ой, да ты успокойся уже, пожалуйста. Так, хорошо, теперь идем налево. И вот тут налево, где-то слева, у нас есть вход в секретку. Я помню, мы сидели у знакомого, и он мне показывал эту штуку. Так, ну сначала по стандартной методе. Потом, надеюсь, будет уже не слишком поздно. Ладно, сейчас разберемся. Ой-ой-ой-ой. Твою мать, ты живой еще, что ли? Откуда он взялся? Ой, нехорошо. Плохое место, плохое. Так, начинаем. Сюда, да? Это куда, наверх? Сюда. Это сюда. Какая же ты доставучая баба-то, а? Это же какой-то кошмар просто. Так, тихо пошла движуха. Одна мина сработала. Про остальные, к сожалению, пока ничего сказать не могу. Но вот тут вроде одно видать. Так, и теперь. Вот такая вот штука. Да свали. Так. Так. И это вот так. Так, у нас получается. Блин, а крестик куда? Крестик наверх влево. Вошел. Эта штуковина у нас идет наверх вправо. Шо. Сейчас, ребята, у нас будет пенг. Да свали ты. Ты у нас входишь сюда. Да, блин. Пошла. И ты, соответственно, входишь сюда.
Готово. Отлично. Давайте же посмотрим, что мы тут получим. Вот он. Пенг. У меня самый крутой пенг. Я люблю свой пенг. О, какая большая аптечка. Это хорошо. Деньги. Рубины. О, просто хорошо. Офигенно. Говорят, этот пенг, если до конца игры сохранить, где-то там потом можно будет мега крутой костюм купить. Но это, по-моему, все выдумки. И пенку чисто можно продать за неплохие бабосы. Так, подождите. А, назад я уже не выйду, да? Просто нам пора завершить серию. А дальше уже двинем в следующий. Пока что у нас все неплохо получается, неплохо справляемся. В следующей серии, я думаю, у нас будет все продолжаться примерно так же. Надеюсь, вам нравится. Игрушка, по-моему, просто самый шоколад, как говорится. С вами был Артур. Увидимся завтра. Всего хорошего. Пока-пока-пока.